Югорские слэдж-хоккеисты завоевали серебряные медали. Наша ледовая дружина выступала в Москве на предсезонном турнире «Кубок мужества». В этом году в нем приняло участие 5 сильнейших слэдж-хоккейных команд. Из 4 матчей подопечные Алексея Зыкова уступили лишь однажды. Сильнее югорчан оказались слэдж-хоккеисты из Московской области. Отмечу, что лучшим бомбардиром турнира стал югорчанин Николай Терентьев. Следующий турнир у хоккеистов СХК «Югра» пройдет в сентябре в Удмуртии.